Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас опять очередная вторая сторона доната. Забрал я топовые плюшки, забрал я наконец-то нового героя. Как я его прокачиваю, будет отдельный видос на английском. Возможно, что-то новое придумаем. В общем, вот так вот. Командора, в принципе, офигенный герой. Я вам показал на подземках. Она просто офигенная. Так. Вот такой вот у нас сегодня рынок. Начали продавать восьмые ремки. Я себе забрал. Пару забрал. У меня просто уже некуда девать эти все плюхи. У меня уже сенсы. Сейчас просто будут они оставаться на складе. Придется продавать на кляшки. В общем, такие вот дела. Продаются камешки, как всегда. Я их коплю пока. Потом буду прокачивать, тестировать. Восьмые пакты. В общем, все дешевеет, как видите. Такой вот пак есть, 1 миллион кулаков сразу же дают, книг 1000, ну здесь опять же, что кулаки, что книги у меня уже в перелимит сейчас уйдут. Пак с огником, 20 в принципе тоже дешевый, подают вот 8 исцеление и также продают 8 живое, это надо будет однозначно забрать. Так, поехали, забираем наши плюшечки. Бум. Вот на складе, как видите, остались уже эссенции у нас. Так, что-то там еще в перелимит ушло. Сейчас посмотрим. А, кулаки. Кулаки тоже уже в перелимите. Вот так вот придется сейчас нам накупить что-то интересного, чтобы они просто не пропали. Видите, приходится продавать, вариантов нет. Так, теперь должно хватить, по идее. Нет, 550, это что у нас, 349 надо, да? Так, а что у нас по кулакам? Уже немножко заюзал. Так, 350 у нас осталось, надо 649 сделать. Вот так вот, ребятушки, уходим мы в перелимиты. Так, надо теперь, значит, нам надо купить всякой хрени. Такс, будем скупать вот эти камни, так как их дофига надо для прокачки. Так, отлично. Ну все, теперь все кулаки, которые будут продаваться, придется переливать либо в коробке, либо во что-то еще. Такс, коллекционер. Понятно, все, не интересен он нам. У нас уже есть все герои. Так, это паки, паки, баназа. Поехали, заберем отсюда плюшки. В общем, девяток будет немерено, напишите в комментах, какие вы хотите девятки. Я пока сейчас прокачиваю пачки с ракушкой. Также буду прокачивать пачки с живой. Хочу и такие варианты потестировать. С живой, в принципе, довольно-таки неплохой вариант будет. Мы быстренько все позабираем и пойдем, как всегда, открывать топовые плюшечки. На английском попроще с прокачкой, тут куча дают итемов офигенных. На китайке не так, конечно, как здесь, не столько дают, но умеренней. Но там тоже, в принципе, мы на 500к, думаю, сегодня не выйдем, завтра, послезавтра апнем, выйдем в топ-10.
Ну а там уже по чуть-чуть и в топ-1 вытащим. В принципе. Только эволюция, единственная загвоздка, это надо очень много либо значков почета и книг, либо пропускать подземки. Так, сейчас посмотрим, что мы тут вытащим интересного. Вот видите, всего лишь 10 итемов. Говорю, все основное с рынка здесь забирается. Ну, вот такие вот награды. Сердцеедка, рогатка. Неплохо. 15 рун каких-то, не знаю каких. Так. Поехали сюда. Такс, так, эссенции мастера, опять же, перелимит идут, это выращивать, сейчас посмотрим до какого числа, до 25-го, в принципе, на завтра это оставим, не буду сейчас время терять, это бонусы на покупки 85%, так, и проспектор у нас еще остался, и пойдем. И пойдем дальше трешивать. 24 попытки, заберем сейчас все награды. Вот такое себе. Отсюда, честно скажу, это все фигня, что здесь падает. Чисто так, как вспомогательная. Так, тут самики нам еще дали. Танику и значки почета. Так, хорошо. Видите, опять же, не могу забрать. Сколько нам за слизнячков дадут, если все продать? 60 миллионов кгшек. Так. Ну что, поехали, пооткрываем плюшечки. Что там у нас сегодня накопилось? 370 коробок, 56 камней уже есть, отлично. Так, чары нам надо будет тоже переролить потом. Смотрим дальше, что интересное тут есть. 75 честов не дают открыть. Не дают открыть, потому что опять же у нас перелимит ушло. Поехали, сейчас еще продадим немножко. Как бы вариантов нет. Либо чтобы делали увеличение там до 100 тысяч. Там у меня по кагашкам. Ну, 18 миллионов. Основа отдыхает. Так, вот такие вот плюшечки нам поприходили. Отлично. Эти тоже в перелимит ушли мелкие. Так вот, теперь будем заниматься сливами итемов. Так, поехали. Понял, что у меня еще. Они хотят сказать, что и кристаллы тоже. Да. Так, нет, ну это круто будет. Думаю, с 2000 можно продать на красные.
Видите, они типа показывают общую. Давайте так. Попробуем. Даст открыть, не даст. Дало открывать, смотрим. Ну, видите, да. Неплохо так падает. 25 у нас осталось. Ушли мы все-таки в перелимит. Причем перелимит ушли, походу, по слизням опять же. Может и нет. Да нет, вроде слизня нормально все. Ну давайте попробуем так по одному пооткрывать. Грубая. Так, в принципе, может пустить. Смотрите, как грубая падает. Отлично. 50. Воодушевление, конечно, тут неплохо падает. Ну, сейчас с расходников, что на английском надо, это только много очень красных кристаллов. Блин, ну не хочет давать по одному, дает открывать, печально, в общем. Вот так вот, еще один. Так, хорошо, с этим разобрались. Это неинтересно. Чисто это неинтересно. Что у нас еще есть? 35. Поехали. Неплохо падает. Так, пакт, как видите, падает хреновенько. Железная падает с 10 каждый раз. Бас тоже не очень. Балашек дофига упало и водушки. Воодушевление тоже неплохо, исцеление. Ну, в общем, в среднем грубая только одна, да, упала нам. Да, грубая и все падает плохо. Так, хорошо. Двадцать бугимена. Так, вот тут, кстати, неплохо падает. Но опять же, сейчас, походу, может дать нам эссенции перелимит. Ехали. Нет, не дала. Отлично. Все-таки дает. Как же мне это нравится. Так, красные кристаллы. Ну, конечно, кристаллов мне сейчас, наверное, не хватит. Красные неплохо падают. Ладно, давайте эти заюзаем. Так, камешек. Два камешка. Отлично. Еще немножко скинов нам добавили. Это огонь. Посмотрите, что делается. Это, конечно, ребята, жесть будет. Я даже не знаю, что делать. Придется все-таки сливать. Попробую пооткрывать. Надо сделать конкурс, кто правильно угадает. О, порочный пакт. Кто угадает, сколько мне выпало каких питомцев? Интересно, будет ли такой человек. Ну, хотя, в принципе, с третьих, может быть, и угадают. Но я очень сомневаюсь, потому что там цифры бешеные. Но посчитать, думаю, либо посчитать, либо... Ну, угадать это нереально, сразу говорю. А вот подсчитать будет, думаю, интересно для многих. Если, конечно, нету, опять же, лимитов 9000. Хотя, в принципе, там... Его и не будет, но по некоторым питомцам можем дойти. Так, и так вот еще нам два священных огня упало неплохо. Это мне понравилось. Так, смотрим. У нас там по смотрителям делается. Так, тут один пак надо будет, чтобы поднять. Тут тоже, в принципе, вблизи, а красная тоже. Короче, по одному паку по 1000.
Можно будет качнуть еще плюс один левел. Вот так вот. Такс. Что у нас там еще такое интересное осталось? Что у нас по коробкам получилось? 375 коробок. Неплохо. В общем, видите, все уходит в перлимит на английском сервере. Все бешено качается, бешеным темпом. Так, улучшаем. Махатма не хватает, Асурик. На один раз. Махатма 8, Асурик 7, а вот этих надо еще доставать будет. Вот так вот, такая вот вторая сторона доната. Ребят, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. И всем удачи. Всем пока, а я пошел открывать пушки дальше. Надо все-таки питомцев еще докачивать. Обычных они уже 9 уровня, но надо их качать дальше. Все, всем пока.